клюквенный сюрприз. Вот это сюрприз для моих ребят. А сейчас надо сделать настоящую праздничную тыкву. О, ты скоро? Пин-пин, я сейчас. Да ты уже устал ждать. Ну подожди чуть-чуть. Тогда я пойду, догоняй. Осень, осень, листопад, я принцесса маскарад. О, там во дворе такое. Там, пойдем скорее. Там, ну в общем, пойдем скорее. Ну что там? Пойдем. Ну иду я. Пойдем. Иду. Сюда. Вот. Ого. О, да. Ко, а что это? Я знаю, оно похоже на... Я не знаю. Надо подождать папу, он знает. Конечно, мы подождем папу. А пока давай спросим, как его зовут. Или ее. В общем, давай узнаем, кто это. Ну давай, только осторожно. Да ладно. Здравствуйте, а вы кто? Пин-пин, молчит. Давай обойдем. Ко, какая же интересная и странная штуковина. Большая, круглая, желтая. О, Пин-пин, иди сюда. Ого, зачем? О, полезли сверху, посмотрим. Давай, только ты первая. Почему я? Ну, ты первая предложила. Ой! Ой! Ух, как я испугался! Она живая! Я вижу. Кажется, надо подождать папу. А вот и я. Привет, ребятня! Папа! Ура! Ура, папа! Папочка. Ах, какие вы нарядные ребятки! Пап, а что это? Папуль, это что, сюрприз для нас, да? Да? Пап, а зачем ты внутрь залез? Это тыква с планеты Земля. Я сделал ее для Хэллоуина. Смотри. Приготовились. И... Какая тыква! Какая тыква! О, смотри, настоящая хэллоуинская тыква. Давай наверх залезем и внутрь заберемся. Давай. Как я рада. Как я рад. Хэллоуин и маскарад. Для девчонок. Для ребят. Как я рада. Как я рад. Как я рада. Как я рад. Хэллоуин и маскарад. Для девчонок. Для ребят. Как я рада. Как я рад. Микроб-космонавт. Красный, потому что красный. Летел. Ого, как красиво. А какой сегодня праздник? Не знаю, красный, может, у кого-то день рождения. А может быть, это нас встречает? Конечно, нас. У нас же самый быстрый космоцикл. Точно. Смотри, а это кто? Ого! Это же человек! Стой! Куда ты? Давай! Осторожней! Мы падаем! Мы падаем! Упырчатый! Да здорово, мы с тобой шандарахнулись об эту штуку! Ага! А почему ты за дорогой не следил, а? Засмотрелся! Красиво же было! Да, красиво! Вы зачем мою ракету сломали? Какую ракету? Вот эту! Я на ней хотел микробов в космос запустить. Это ракета? Ракета. Ракета. А чего она такая странная?
Она старая. Первая космическая ракета. Ух ты, круто, если она полетит. Ага. Я ее сам собрал. На такой сам Гагарин летал. Кто-кто? Гагарин, ага. Самый первый космонавт. Ого, откуда ты все знаешь? Папа рассказал. А микробы никогда не летали. Ой, микроб, привет, а ты что здесь делаешь? Привет, микроб. Хочу полететь в космос. Да, а микробы еще не летали. И не полетят, ведь ракета сломана. Ну это если это первая обидно. И с первым микробом, если полетит, будет круто. Ага. Да. А мы же крутые. Крутые. Поможем малышне? А то. А? Давай, соберем ее. Ура! Как здорово! Да, давай, давай, тащи ее сюда, тащи, давай. Давай, цепляй. Осторожно, это, осторожно. Ага. Давай. Цепляй, ага. Ага. Поднимай, да, давай. Цепляем. Ага. Ай. Вот это сейчас. Пупырчатый, осторожно. Так. Давай, залезай, микроб. Ага, готов. Взлетаем. Взлетаем. Я ко всему готов. Ура! Пока, Пин-Пин. Смотри. Твоя первая ракета взлетает. Я лечу в космосе. Я микроб-космонавт. Вот это стартан! Ура! 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 Да, круто! Ура! Ха-ха-ха-ха! Пам-парам! Пам-парам! Первая ракета летает тут и там! Ракета первая в космосе летает! И микроб-астронавт всех с праздником поздравляет! Ха-ха-ха-ха! Как это здорово! Ха-ха! Как это здорово! Ха-ха! Моя ракета в космосе летает! Когда я подрасту, я тоже полечу. И обо мне весь мир тогда узнает. Кто выключает солнце? Ко, Пин-Пин, укладывайтесь поудобней. Спокойной ночи. Солнышко ушло, и вам тоже пора спать. Спокойной ночи, ребятишки. Спокойной ночи, папа. Пин-Пин, Пин-Пин. Ты не спишь? Не, не сплю. А ты? И я не сплю. Пин-Пин. Чего? А почему солнышко все-таки ушло? Может, оно обиделось? А, это все из-за тебя. Потому что ты не доел утром кашу. Нет, не из-за меня. Ты включил днем лампу. А... И раскидал свои игрушки. А, вот уж нет. Это ты ловила солнечных зайчиков. Нет, нет, нет. Нет, нет. Слушай, а давай вернем солнышко. О, давай! А как? У меня есть конфета! Смотри! О, конфета! А дай мне конфету! Сейчас закинем удочку и поймаем солнышко! Давай ловить! Цып-цып-цып! Цып-цып-цып! Гули-гули-гули-гули-гули! Цып-цып-цып! Эх, не получается! А может, песню споем? А давай! Солнце, солнце, выходи! Яркий лучик подари! Освети нам все вокруг! Ты же наш веселый друг! Поиграем от души! И возьмем карандаши! Нарисуем твой портрет! Вместе все споем куплет! Солнце, солнце, выходи! Яркий лучик подари, освети нам все вокруг. Ты же наш веселый друг. Что-то не выходит.
Кажется, я догадываюсь, в чем дело. Я покажу с помощью фонарика. Во, во всем виноват крокодил. Каждый вечер в одно и то же время он незаметно подкрадывается к солнцу и проглатывает его. Ой, это неправда. Все было по-другому. Все было по-другому. Как? На небе сидит космический жадный гномик. Он снимает с головы шапку и накрывает им солнце. Нет, это все крокодил. Нет. Крокодил. Гном. Крокодил. Гном. Нет, гном. Нет, гном. Крокодил, крокодил, крокодил. Так, 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 дети, что это вы тут раскричались? Быстренько все по кроватям. Пора спать. Пап. Пап. А кто выключает, кто выключает солнце? Все понятно. Укладывайтесь поудобнее, я вам сейчас все расскажу. Баю-бай, Пин-Пин и Ко, солнышко уже зашло. Нужно глазки закрывать, а не бегать и играть. С нашим солнцем все в порядке, оно будет прям к зарядке. Раз, два, три, четыре, пять, ночью деткам нужно спать. Завтра будет новый день. Ну а ночь... Большая тень. Космический день рождения. Ой, как здорово! Ко, я так рад, что мы летим к доктору Коту на день рождения! Да, мне не терпится попасть на этот праздник. А как думаешь, там будут воздушные шары? Конечно, это же день рождения! Там будет торт. Торт? Со свечками. О, как здорово! Слушай, я так соскучился по Зео. Я тоже. Он такой классный. Он такой красный. А как думаешь, там будет собака-полицейский? Обязательно, это же его друг. Здорово, какой отличный подарок мы придумали для доктора Кота. Конечно. Отличный космокомпас. Да уж, еще бы. Что надо, космокомпас? Так, опять не туда прилетели. Нам же нужно на планету грязи. Здрасте, мордасти. Мы Пин-Пин и Ко. Ха-ха, да это шутка такая. Ай, да по лужам прыгать. Нам пачкаться нельзя. Почему? Мы идем на день рождения к доктору Коту и подарим ему космокомпас. Чё? Ну это штука, с помощью которой можно найти любое место. Ого, нам бы такой. Ага, а зачем? Да чтобы сразу попадать туда, куда нужно. А, да, классная штука. Подожди-ка, Пупырчатая, тебя позвали на праздник? Меня нет. И меня. Так, у меня идея. Давай, давай, давай. Так, давай. Давай, туда! Да нет, нам в другую сторону! Вот бы сейчас там космокомпас! Вот точно! Смешная история, доктор Кот. Как интересно. Так, вон он! Пошли! Это смешная история, доктор Кот. Давай, давай дальше! Вот, еще немного. Он здесь. Что, космокомпас? Торт. Балбес, нам компас нужен. Да нет, торт, сначала торт. Да нас все увидят. Да нет, нам торт, я без торта не уйду. Привет, мои мурлыши. Как хорошо, что вы пришли. Ой. Угощайтесь тортом. Ничего, что мы без приглашения. Так вот же оно.
Так это приглашение? Ого. Ну, конечно, вы же мои друзья. Док, мы читать-то не умеем. Ох, вы мои мурлыши, я обязательно научу вас читать. Спасибо. А ты, пупырчатый, держи космокомпас. У меня запасной есть. А что, так можно было? Ну, конечно. Ведь здорово не только получать подарки, но и дарить. Спасибо, космический доктор Кот! С днем рождения! С днем рождения! Мурмяу, спасибо. Давайте веселиться. С днем рождения, кота! С днем рождения, кота! С днем рождения, дорогого космодоктора кота! С днем рождения! А что, еще раз, да? Ну ладно! С днем рождения, кота! С днем рождения, дорогого космодоктора кота! Кусачие блинчики. Слушай, брат, свою сестру. Я придумала игру. Раз, два, три, четыре, пять. Значит, будешь догонять. Ты водишь. Ой, а ты где? А я здесь. Вот ты где. Догнал. А я тебя сейчас догоню. А я спрятался. Ой. Так, так, о! Ого! Ого! А, как вкусно пахнет! Космически вкусно! Детям нужно соки пить, в них много витаминчиков. А еще я испекла космические блинчики. А? А? Пахнет вкусностью. Пальчикооблизывательный запах. Космические блинчики еще очень горячие. А я хочу их укусить. Нельзя, Пин-Пин, а то блинчики сами тебя укусят. Ого, кусачие блинчики. Им надо остыть, а мне надо сходить в магазин за соком. И пока блинчики не остынут, пожалуйста, не ешьте их, а то обожгетесь. Да, конечно, хорошо, да, мам. Конечно, хорошо, мам. Ой, ну я пойду. Блинчики кусаться нельзя. Ну-ка, фу, сидеть. Папа, осторожно, блинчики кусачие. Ой, папа блинчик укусил. Скорее, надо звонить доктору Коту. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, вы позвонили космическому доктору Коту. Это осьминог Зео. Доктор Кот, пусть приедет доктор Кот. Что? Я офлов язык. Вы офлов язык? А я осьминог Зео, очень приятно. Нефть, язык. Балуются по телефону, ай-яй-яй. Мы не балуемся, нам нужен космический доктор Кот. Мурмяу, что у вас случилось? Нашего папу горячий блинчик укусил. Мяу, за что? За язык. Понял, выезжаю. Зео, собирайся. Мурмяу, нам срочно нужно вылетать. Мы летаем от планеты к планете. На космической лечебной ракете. От планеты к планете летаем. И инопланетным больным помогаем. Мурмяу. Вот так, сейчас будет лучше, правда? Кажется, да, спасибо, космический доктор Кот. Чтоб не обжигаться, каждый должен знать, горячие предметы лучше не хватать. Может быть, горячий чай или блин горячий. И пока он не остыл, очень он кусачий. Если ты обжегся, то скажи родителям, что-нибудь холодное сразу приложите вы.
А когда остыло, как узнать? Надо просто рядом ручку подержать. Если ей не горячо, дотронься осторожно. Убедись, что все остыло, значит трогать можно. Вам здоровья я желаю, а меня работа ждет. Огромное спасибо вам за это, космический доктор Кот. Пропавшее сокровище. Я тебя догоню. Ой, а ну стой. А теперь ты. А теперь ты догоняй. О, подожди, Пин. Смотри, какие. Ого, какие красивучие. Что это? Я знаю. Это сокровище. Ура, у меня будут сокровища. У меня тоже. Какие красивые! Ух, как жарко! Это потому, что солнце вышло. Пойдем переодеваться. Да, побежали. А это давай пока оставим тут. Ага, вот тут, на скамейке. Вилов! А, я по улицам хожу, за порядком я слежу. Полицейские важны, полицейские нужны. Вот я по улицам хожу. Оп-оп-раф. Ой, а где сокровища? Тут нету. Может, укатились? Тут нету. Тут тоже. Странно. Нашел? Нет. И тут тоже нет. Сокровища? Ну где же вы? Я знаю, их украли. Тогда надо звать на помощь. Помогите! Помогите! Я? Что случилось? Мистер Собака-полицейский, у нас украли сокровища. Украли. Целых два. А может, вы их в карманы убрали и забыли? У меня нет карманов. А, карманы тоже украли. А у тебя их и не было. Фуф. А как ваши сокровища выглядели? Такие длиннючие. И красивучие, блестючие. Ага. Ага, мы их здесь оставили, а теперь тут только лужа. Я все понял. Дело раскрыто. Гав, это сделало солнце. Солнце, отдавай наши сокровища. Отдавай наши сокровища. Солнце их не крало, оно их растопило. Вот. Растопило? Солнце, затопи наши сокровища обратно. Ваши сокровища – это сосульки. Сосульки? Дружок, запомни навсегда. Разной может быть вода. И твердая, и жидкая, такая она хитрая. Когда зимой мороз придет, вода, сосулька или лед. Когда теплее станет, сосулька вмиг растает. Дружок, запомни навсегда. Разной может быть вода. Мы все поняли. Да, все поняли. У нас дома много сокровищ. Молодцы. Ргав. Я. Апчхи. Ой, я не могу дотянуться. Давай. Давай я попробую. Давай еще. Куда? Нам нужен третий. Ой,
О, вот и третий. Привет, микроб. Давай играть. Ачи! А со мной нельзя сейчас играть. Нам все можно, мы же крутые. Я заболел и иду лечиться. Ачи! Да потом вылечишься. Ты сначала лампочку помоги нам выкрутить. Ну? А зачем? Вечером тут будет темно. Мы спрячемся и напугаем кого-нибудь. А если это кто-нибудь испугается? Ха, да нет, это же шутка. Да шутка, 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 конечно. Конечно, да, да, шутка. Микроб, только у тебя маска неправильная. Дай сюда. Как это? О, так гораздо интереснее. Вот так. Необычно. Микроб, смотри, я стою здесь, на земле, а пупырчатый залезает ко мне на плечи, ага. А ты сверху. Ага. Так, я залез. Микроб, запрыгивай. Ага. Давай. Очи. Так, здорово. Ой. Давай, давай, выкручивай. Красный, стой ровно. Ха-ха, красный, ты чего? Нет. Я заболел. Ты что, мы же крутые, а крутые не болеют. Ой, вообще. Ой-ой-ой, ой, вы тоже заболели. Надо срочно звонить космическому доктору. Коту. Мурмяу. Вообще. Доктор Кот слушает. Вы что, заболели? Вообще, доктор, вообще. Мы заболели! Я понял, вы апчхи! Вылетаю немедленно! Зео, у меня срочный вызов! Если кто-то заболел... Апчхи! 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 Я всегда спешу к нему! Апчхи! И неважно, кто болеет, доктор Кот поможет всем! Мурмяу! А мы точно заболели? Может, мы съели что-то не то? А? Ага. Мурлыши, если друг твой заболел, если дома не сидел, в этом случае, друзья, с ним общаться вам нельзя. Чтобы не быть вам потерпевшим, не общайтесь с заболевшим. Потерпите пару дней, он поправится скорее. Будете потом опять вместе весело играть. Да, кажется, от больного можно заразиться. Ох, болеть это так скучно. Ага. А давайте шалости шалить. Давай, точно. Ой, ой. Не беспокойтесь, через пару дней вы поправитесь, мурлыши. Пару дней без шалости? Космический доктор Кот, я этого не вытерплю. Потерпи, красный, вот выздоровеем и пошалим сразу два раза. А может быть и три. Апчхи! Говорительная идея. Машина едет, би-би-би, все с дороги уходи. Эй, привет, Пин-Пин. О, привет, Ко. Пин-пин, у меня веселая пинательная идея. Пинательная идея? Это как? Смотри. И... оп. А? И... О, здорово! Смотри. И... Ой. Ой, что случилось, Ко? Ножку ушибла. Надо маме сказать. Да ладно! У меня же есть вторая ножка, а эта сама пройдет. А как же ты будешь играть в мяч? Смотри, и... оп! Ой! Дети, с мячом идите играть на улицу. Мама, Ко пинала мяч. Пин-пин, ты водишь. О, ща догоню! Три, четыре, пять, шесть... 7, 8, 9 и 10 и 11
12. Ничего себе. 13. Ого! Вот это да. Вот здорово. Лови, Ко. А? Оп, оп. И аут. Ну, давай. Да. Ого! Во! Вот это да! Как здорово! Ко, а почему мячик так летает? Это же космический мяч! Смотри, как я могу! Ух ты! Сейчас мячик в космос улетит! Ого! Разбегайся! Сейчас еще сильнее будет. Смотри. Ой-ой-ой. Пин-пин, я не могу встать. Мама! Мама! Что случилось? Дети? Ко, почему ты лежишь? У Ко ножка болит. Мам, она и раньше болела, но я забыла сказать тебе. Ой-ой-ой. Надо срочно звонить космическому доктору Коту. Ага. Мурмяу. Алло, это космический доктор Кот. Алло, доктор Кот. Да, это я. Что у вас случилось? Срочно прилетайте. У Ко ножка. Понятно. Мурмяу, вылетаю. Мы летаем от планеты к планете. На космической лечебной ракете. От планеты к планете летаем. Инопланетным больным помогаем. Мурмяу. Мурмяу, я наклеил тебе лечебный космопластырь, и скоро тебе станет лучше. Все, можно играть в мяч? Пока нет. Если бы ты сразу сказала маме про ножку, тогда бы мы быстрее ее вылечили. Ну да. А теперь тебе нужно полежать в кровати пару дней, чтобы выздороветь. Ой, а у меня новая говорительная идея. Говорительная идея? Это как? Если что-нибудь заболит, я сразу скажу об этом маме. Мяу. Здорово! Я тоже буду говорить маме. Мяу. Молодцы, мурлыши. До свидания. И будьте здоровы. Мур-мяу. Спасибо, космический доктор Кот. Спасибо, космический доктор Кот. Времена года. Папа! Папа! Пап! Я хотела маме сделать сюрприз и подарить гербарий. Что ж ты расстраиваешься? Прекрасный подарок. Здесь не хватает яркого листа. Я его не нашла, а подарить хочу уже сегодня. Так-так-так. О, не расстраивайся. У меня есть идея. Одевайся. Крошки микробу холодно зимой. Крошку микроба взял бы тут домой. Привет, микроб. Привет. Мы поищем здесь листья. Какие листья? Дерево их сбросило и спит. А я его сон охраняю. Нам нужен всего один. Яркий. Для мамы. Ах, для мамы. Здесь не найдете. Но на планете моего брата таких полным-полно. Скорей летим к нему. Передайте ему снежинку в подарок. Пожалуйста. Держите. Конечно, передадим. Обязательно ее передадим. Спасибо. До свидания. Спасибо. О, что? Зачем? Вы кто такие? Здравствуйте. Это вам от брата. Холодная. Бррр. Я ж проснулся. Брат сказал, у вас тут листья есть. Какие листья? У нас тут еще весна. А где нам найти осенние листья? Наверное, на следующей планете. А я пойду посплю. Точно, Ко. Скорее летим туда. Ой, пап, а к брату без подарка, наверное, нельзя.
возьми цветок. Здравствуйте, это вам от брата. Ой. Здравствуйте. О, красивая. Пап, здесь тоже нет ярких листьев. Яркие листья? А зачем вам яркие листья? В гербарий, для мамы. Не расстраивайся, Ко. Хоть на одной планете, но мы их найдем. Вам нужно на третью планету к моему брату. Скорее полетим туда. Передайте ему, пожалуйста, вот эти вот чернила из черники. Ой! И привет. Конечно, передадим. Ага. Спасибо. Удачного вам полета. Спасибо. Пока-пока. До свидания. Ура! Здесь яркие листья. Здравствуйте. Добрый день. А это вам от вашего брата. Чернила из черники. Теперь я смогу стихи записывать. Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало. Короче становился день. Пап, это его стихи? Это Пушкин. Его стихи знают даже микробы. А можно сорвать вон тот красный лист? Он так высоко, никак не достать. Подождите, скоро сами опадут. Нам некогда ждать. Ох! Ура! 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 Спасибо большое! А мы с сюрпризом. Мама, это тебе сюрприз. Ой, какая красота! Спасибо большое. Зима и лето, осень и весна. Всегда-всегда прекрасная пора. Магия вежливости. Да. Ай. Ага. Вкусно. Ого. Пупырчатый, ты слышал? Ага. Это у меня в животе. Ого, точно. Ты что, голодный? Очень. Сейчас бы схрумкать что-нибудь. Ха, пупырчатый. А давай поищем. Ой. Ну давай я посмотрю. Так. Так. Ищи ням-ням. Ну, что там? Доктор Кот спешит на вызов. Собака-полицейский работает на пляже. Ой, он нас заметил. О-о-о. Так. О, нашел. Там пикник и разные вкусняшки. Не может быть, правда? Правда, летим скорее туда. Полетели, да, бежим. Да, скорее, быстрее. Оп! Всем привет! Добро пожаловать на волшебный пикник! Вас ждут незабываемые развлечения! Так. Добрый день! Красный, пупырчатый, садитесь! Садитесь, сейчас будут фокусы! А вкусняшки? А вкусняшки будут после фокусов! А долго ждать? Тише, ребята, смотрите, абра. А я знаю, что сейчас будет. А я не знаю. Что? А хочешь, расскажу? Это невежливо, пожалуйста, не мешайте. Абра-кадабра. Подумаешь. Пожалуйста, не мешайте. И вообще, мы сюда за вкусняшками пришли. Красный, у меня идея. Давай сейчас вкусняшки съедим. Давай.
Особенный фокус. Исчезающие вкусняшки. Абракадабра. Эй! Вот это да! Вот это да! Что за чего за дела? Верните вкусняшки. Чтобы они появились, нужно произнести волшебное слово. Это какое? Пожалуйста. Пожалуйста? Не слушай его, это, наверное, вранье. Пожалуйста, можно пожалуйста, нам вкусняшки? Можно нам по кусочку вкусностей? Конечно, ребята. Абракадабра. Спасибо, мистер Зео. Спасибо, мистер Зео. Ерунда какая-то. Пупырчатый, а давай рискнем. Пожалуйста, а можно мне тоже кусочек? Пожалуйста, припожалуйста. Конечно, абракадабра. Ух ты, волшебство. Не волшебство, а обычная вежливость. Ладно, и я попробую. Можно и мне это, но как его это? Пожалуйста. Абракадабра. О, спасибо, мистер Зео. Удивительно. Оказывается, вежливым быть так просто? Так просто, ага. А иногда и очень вкусно. И вкусно. Вежливость, вежливость – это очень просто. Вежливость, вежливость для маленьких и взрослых. Есть два волшебных слова – спасибо и пожалуйста. Их не забывайте даже во время шалостей. Распорядок, беспорядок. Ну что, спокойной ночи, мои дорогие. Щекотно, мамочка. А, и мне щекотно. Так, детки, закрываем глазки. Вам нужно выспаться и набраться сил перед лунопарком. Мы уже спим. Так, не баловаться, спать. Ты спишь? Нет, а ты? И я не сплю. Что-то жарко. Ага. Наверное, круто в лунопарке. Да, хочу на карусель. А я буду кататься на горке много раз. Нет, я больше буду. Нет, я больше. Ну хорошо, оба будем. А я буду прыгать на батуте до самого неба. Знаешь, как высоко. Нет, я буду выше тебя. А я зато буду много раз прыгать. Зато я выше, вот так. Нет, я. Ко, а давай вместе будем прыгать. А я залезу на самую высокую горку. Эй! Я царь горы. А я царь под горой. Скорее б завтра наступило, чтобы солнышко светило. Мы возьмем с собой рюкзак и помчимся в лунопарк. Вверх ракетой как взлечу. Ну а я как подскочу. Прыгну тут же на батут. Изменю я свой маршрут. Сяду тут же в карусель. Как же счастлив теперь! Скорее завтра наступило, чтобы солнышко светило. Я съем в лунопарке все хот-доги. А я всю сахарную вату. А она хоть с колбасой? Дети, доброе утро. Умываемся, завтракаем и... Ой, какой беспорядок. А почему вы не на кроватях? Почему вы на полу? Вы что, спите? Так, нужно посоветоваться с доктором котом. Мур-мяу. Доктор кот слушает. Доктор кот, здравствуйте. Мои дети до сих пор спят. Как? До сих пор спят? Да, и даже не хотят в лунопарк. Мур-мяу, мур-мяу, мур-мяу. Возможно, это сонная болезнь. Срочно вылетаем. Мы летаем от планеты к планете. На космической лечебной ракете. От планеты к планете летаем. И инопланетным больным помогаем. Мур-мяу. А я так хотел покататься на карусели. И я. Получается, мы заболели?
Нет, вы здоровы. Температура 36,6. Ой. Дети, а что вы делали ночью? Ждали завтра. Играли, рисовали. Вот вам и ответ. Они просто не выспались. Ребята, запомните, что ночь для сна, а день для веселья и игр. Да, да, мы усвоили урок. Теперь ночью будем спать, а днем играть и рисовать. Мурмяу. Благодарны мы коту за заботу, доброту. Ах, мурлыши, будьте здоровы. Мурмяу. Грязные руки. Дети, я дома. Смотрите, что я вам принесла. Дети! Дети! Ага, дети в песочнице. Помою пока овощи и фрукты. Ну вот и все. Готово! Бу! Ого! Ты кто? Бу! Это я! А, Пин-Пин! Это я, песочное существо! Песочное существо! Ну ты извозился! Да ты тоже грязная! Перед тем, как ягоды или фрукты кушать, их обязательно нужно как следует помыть. Дети! Пин-Пин, Ко! Я вам лакомство приготовила. Ой, про соль забыла. Как я сварю овощной суп? Так надо срочно сходить в магазин. Слышал, нас там мама звала. Пин-Пин, пошли! Пин-Пин! Пин-Пин! Пин-Пин, а ты где? Пин-Пин! Песочное существо! Ага, тебя заколдовало песочное существо! Побежали скорее! Побежали, побежали! Вот это да! Вкусняшки! О. Как вкусно! Вкуснющие! Ой! Ой-ой! Что такое, Пин-Пин? Ой-ой-ой! Живот! Как-то неприятно. Ой, и у меня. Кажется, нас заколдовало песочное существо. Ой, животик. И у меня животику плохо. Что случилось? Вы заболели? Ой-ой-ой. Нужно срочно звонить доктору коту. Мурмяу. Здравствуйте, космический доктор кот. Добрый день. Что случилось? Мои дети, кажется, заболели. Мурмяу. Говорят, что их животики заколдовало песочное существо. Песочное существо? Да-да. Заколдовало животики? Мурмяу. Зео, вылетаем. Скоро буду. Мы летаем от планеты к планете. На космической лечебной ракете. От планеты к планете летаем. И на планетным больным помогаем. Мурмяу. Мурмяу, мурмяу. Сейчас я вас послушаю. Где болит? Здесь? Ага, в животе. Смотрю, вы лакомились яблоком. А руки после улицы мыли? Забыли. Так, все с вами ясно. Вот вам и причина. Да-да. И дело вовсе не в песочном существе, а в том, что вы не помыли перед едой руки. Потерпите, сейчас я вам дам микстуру. Держи, это тебе, Пин-Пин. Спасибо. А это тебе, Ко. Большое вам спасибо, космический доктор Кот. Спасибо, спасибо космический доктор Кот. Ура, вот это да, все прошло. Ура, все прошло. Мурлыши, обязательно мойте руки перед едой и сразу после прогулки. Тогда любая болезнь пройдет стороной. Будьте здоровы. Спасибо, космический доктор Кот. Я вам очень-очень благодарна. Мурмяу. Мурмяу.
Смеха-день. День смеха, день смеха. Сегодня необычный день, день смеха. Сегодня розыгрыш и день, день смеха. Потратим целый день в году на ерунду. День смеха, день смеха. День смеха, день. И кажется, я знаю, кого я разыграю. Ко! Ко! Эй, привет, па! Солнышко, а знаешь, какой сегодня день? Конечно, день игры в мяч. Сегодня день смеха, малышка. День смеха? Угу. Ого, а как это? Сейчас расскажу. Хочешь вкусняшку? Конечно, хочу. Держи. Ух ты! Спасибо. Папа, смотри, тут нет вкусняшки. Это я тебя разыграл пустой вкусняшкой. Это шутка. Держи настоящую. А, теперь понятно. А, вкуснятина. Здорово ты пошутил. Я думала, там есть конфета. Разворачиваю, а там нет. Вот умора. Так, какой шалаш сейчас построю. Куда бы эту ветку приделать? О. Привет, Пин-Пин. Сюрприз. Хочешь конфету? Привет. Это конфетный сюрприз. Ну просто, хочешь конфету? Ага, хочу. Держи. Ого, спасибо. Странно, тут ничего нет. Чего ты смеешься? Потому что день смеха. Я тебя разыграла. День смеха, а мне совсем не смешно. Как не смешно? Пап! Пап! Пап, день смеха не работает. Я дала Пин-Пину фантик, а он не засмеялся. Ну, а ты потом дала ему вкусняшку? Нет, я ее сама съела. Солнышко, после розыгрыша надо было дать ему угощение. Вот, держи, это для Пин-Пина. Поняла, спасибо, пап. Пин-Пин, я забыла дать тебе вкусняшку. Держи, вот. А эти настоящие? Эти, да. Спасибо. Смотри, какой дятел красивый. Где? Какой красивый дятел. На, съешь вторую конфету сама. А здесь ничего нет. Потому что я съел твою, а ты съешь мою. Ого, ты что, меня разыграл? Ага, день смеха все. Вот, держи. Вот молодец. Колючий футбол. Давай. Давай, 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 догоняй. Да, давай. Вперед, вперед, давай, влево. Давай, давай, влево. Давай, давай, догоняем. Вот. Догоняем. Ага. О, поймал. А, полетели играть. Ага, отлично. Давай, давай бросай, я готов. Да, давай. Готов? Так, эть. Опа. Ага. Дыщ. И опа. Опа. Давай, пупырчатый, еще раз. Сейчас точно забью красный. Давай, давай. И... Дыщ. Ого. Улетел.
Улетел. Давай, беги за мячом. А почему я? Так ты же не поймал. Так ты сам мимо ударил. Ну? Ну ладно, пошли вместе. Так, эй, зеленый, ты кто? Как зовут тебя, э? Эй, зеленый, мяч верни. Ну хорошо, я сам возьму. Ай-яй-яй, ой. Ты чё кусаешься? Так, ты чего это раскусался тут? Кусаться это не круто. Ай-яй, это совсем нечестно. Отдай мяч, сказали. Ну чего молчишь? Чё молчишь? Ах так, всё молчишь. Ну, вообще. Красный, за мной, пошли, у меня есть идея. И памс. Привет, Пинкин, одолжи клюшку. А зачем? Есть идея. Какая? Мячика доставательная, и клюшкой отнимательная. О, как интересно. Пошли. Пошли. Так, ага. Давай. Ого. А что с ним? Так. Он плохо выглядит. Он что, заболел? Папа! Папа! Добрый день. Что случилось? Это зеленый! Он забрал наши вещи! Ага, и покусал нас! Ну и мячик! Да! И мячик заболел. Он не заболел. Это же кактус. У него колючки. Вот мячик и сдулся. Сейчас... Ого! Ого! Круто! Вот это да! Надо просто аккуратно. Оп! Просто надо играть аккуратно. Держи. Ого! Папа! Ага. Гол! Есть растения-колючки. Только тронешь сразу ай. Хоть они немного злючки, их за это не ругай. В колючку не суйте ручку. В колючку не суйте ручку. В колючку не суйте ручку. Такое разное настроение. Может, сыграем в машинки? Ой, надоело. Ну, может быть, тогда в солдатиков? Не, надоело. Ну, может быть, порисуем? Неохота. Ну да, и я не хочу. Пом-пом-пом. Привет, Ко. Привет, Пин-Пин. Чем занимаетесь? Пап, а как называется, когда ничего не хочется? А, это называется скучно. Да, пап. Скукотища. Ясно. Смотрите, что у меня есть. Ух ты! Какой красивый! Ух ты! И квадратный! Воздушный змей! Сюрприз для взрослых и детей! Обожаю воздушных змеев! Как весело! Как весело! Ну что, на улицу? Ага, как здорово! Пап, а как называется, когда здорово и весело? Это радость, Пин-Пин! Не люблю, когда скучно. Люблю, когда радость.
Обожаю радость. Побежали. Побежали радоваться на улицу. Побежали на улицу. Побежали, побежали. Бежим. Ух ты. Смотри, как высоко. Как здорово. Здорово, Ко. Я всю жизнь буду радостной. Я. Да, я тоже буду. Ух ты. Бежим. Эй-эй-эй. Как высоко. О, чтоб я устал радоваться. Нужно отдохнуть. Ой. Ой, Ко, а где наш змей? О, вон он! Улетает! Улетает! Стой! Вот сейчас стало совсем нерадостно. Ну как настроение, как змей? Папа, он улетел. В космос, наверное. И от этого нам очень нерадостно. Понятно, значит, вы грустите. Да, нам грустно, пап. Не переживай, грустить нормально, но только иногда и недолго. А знаете, что у меня есть? К счастью, ваш змей не успел улететь далеко. Ух ты! Ура, змей! Наш змей! О, я так рад! Держите. Как я рада! Спасибо, папочка! Папочка. Ты самый лучший на свете! Ты даришь нам радость! А вы и есть моя радость! Давайте запускать! Догоняйте! О-о-о-о! Летит! Давно! Желтый змей! Папочка, ты самый лучший. Папочка, ты нам всегда даришь столько радости. Ох, ребятишки. Приключенческий характер. Зарядка. Ну давай вместе. Давай вместе. Красный, не мешай. Я замышляю очень веселую шалость. Чего? Ага, мы позвоним космическому доктору Коту и скажем, что у меня болит рука. Гениально. Но у тебя же не болит рука. Вот именно! Мы его обманем! Алло, ракета космического доктора Кота. Что у вас случилось? Ой-ой-ой! Прилетайте поскорее сюда! У меня рука болит! Немедленно вылетаем! Звонил хулиган Пупырчатый, сказал ой-ой-ой и что у него болит рука. Ай-яй-яй-яй, он не сказал, что случилось? Нет, он сказал ой-ой-ой. Ой-ой-ой, это серьезно, Зео. Мы немедленно вылетаем. Мурмяу. Мы летаем от планеты к планете. На космической лечебной ракете. От планеты к планете летаем. Инопланетным больным помогаем. Мурмяу. Красота, красота, обманули мы кота. А что мы ему скажем, когда он прилетит? Не знаю, я об этом еще не думал. А почему ты спрашиваешь? Ну, я вижу, как он идет сюда. Красный, прячемся. Ау, ау. Зео, никого нет. А мы точно прилетели в правильное место? Конечно. Пупырчатый так и сказал. Прилетайте сюда. Мне кажется, этот хулиган Пупырчатый нас обманул. Да, какая-то неприятная ситуация. Ой-ой. Тихо. Док, полетели. Нам сегодня еще много кому нужно помочь. Здорово мы его провели. Здорово получилось. Ай-ай-ай.
Ай, моя нога! О, ты ушибся? Зачем? Случайно! Мне нужен космический доктор Кот! Алло? Пупырчатый, ногу ушиб! Вы опять шалите? Мы сегодня уже были там и никого! Пупырчатый! Это они говорят, что не приедут, говорят, что шалим! Ой-ой-ой, моя бедная нога, дай мне телефон! Ну, мурмяу. Простите нас, мы вас обманули, а я ногу взаправду ушиб. Приезжайте скорее! Куда? Сюда! Ну вот, теперь лучше? Ой, да, лучше, спасибо и простите нас! Я вас давно простил. В следующий раз будь аккуратнее с радостными прыжками. И запомните, если у вас ничего не болит, не нужно звонить доктору. Звоните только, когда вам действительно нужна помощь. Гениально! Если ничего не болит, не нужно звонить доктору. Ну все, до свидания и будьте здоровы. До свидания! Мы летаем от планеты к планете. На космической лечебной ракете. От планеты к планете летаем и инопланетным больным помогаем. Мурмяу. Это важно знать. Не-не, давай, с разгоном. И раз, и два, и бах! Ой, давай еще раз сильнее. Готов. И раз, два, три. Давай. Бах. Пырчатый не работает. Надо его как-то по-другому лупить. Знаю. Нам надо залезть повыше и прыгнуть на этот шар. И если мы прыгнем сверху, он наверняка лопнет. А что вы тут делаете? Лопаем воздушный шар. Здорово, Пин-Пин. Сейчас как бабахнет. Смотри. Давай. Раз, два. Прыгай. И бах. И бах. Не получается. Ой. Не получается. Надо что-то лопательное принести. Пин-Пин, а ты что там стоишь? Иди сюда. Посторожишь наш шар? Иду. Ага. Да ты что, он упустит наш шар? Не упущу, честное слово, честное-пречестное. Держи крепко. Ага. Вот так. Все, давай, мы мигом, Пин-Пин. Какой красивый шарик. О, привет, Ко! Привет, Пин-Пин, а ты куда? Так красиво! Ого! Я на шарике лечу, на планеты я гляжу. Как же тут красиво кругом! У-ху! Мам, я тоже хочу воздушный шар. Пин-Пин улетел, и я тоже хочу. Как улетел? Куда улетел? Немедленно звоним собаке-полицейскому. Собака-полицейский слушает. У меня сын на воздушном шаре в космос улетел. Да. Дайте мне понюхать его любую вещь. След взял. У-у-у! И опа! О, привет! А ты чего планету мою трясешь? Я случайно. Я домой хочу. Лети. А я не знаю куда. Давай помогу. Ты кто? Я Пин-Пин. Откуда? Из дома. Адрес свой знаешь? Нет. А маму с папой как зовут, знаешь? Да, мама и папа. Раз не знаешь адрес и имен родителей, придется тебе остаться здесь, со мной. Как здесь? Не, я здесь не хочу, я домой хочу. Уф, кия! О, Пин-Пин, я тебя нашел! Летим-ка домой! Как здорово!
Ура! А то я совсем потерялся. Ох, Пен-Пен, ну почему ты не отпустил воздушный шар? Но я же дал честное слово, что его не отпущу. Ах, спасибо, что вы его нашли. Да, спасибо вам большое. Собака-полицейский, Вов, всегда рад помочь. Вов, знай свой адрес, имя и фамилию, а также как родителей зовут. Даже если вдруг ты потерялся, то тебя всегда домой вернут. Вов! Снеговик. Ой, как интересно. Отлично вышло. Ага, Санта-Клаус снеговика заметит и сразу прилетит. Приманка для Санта-Клауса? Ага. О-о-о. Красиво. Но Санта может не заметить. Снеговик ведь такой белый на снегу. Чего-то не хватает. Точно! Глаз! О, и носа! Пойдем, скорее найдем! Пойдем. А я посторожу. Мама! 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 Снеговику мама! Срочно нужны снеговику нос срочно и глаза. Снеговику срочно нужны нос и глаза. Ух ты, как здорово! А я праздничный ужин готовлю. Поможете украсить дом? Скоро папа прилетит. Конечно, конечно, мамочка. Мамочка. Ух ты. Снежинки. Давай, тяни. Флажки. Давай, давай, тяни, давай сюда. Тяни. Ну, осторожно. Давай, я тяну. Ну, держи. Аккуратно. Ну, давай. А? О, красиво. Красиво получается. Так. О, бабуля. Бабушка. Я елочка. Пин-пин, пока ты дурачишься, Санта прилетит, снеговика не заметит и улетит. А? Мам, готова! Пойдем. О, какие вы молодцы. А это вам. Идите, доделывайте снеговика. Давай, 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 давай. Побежали, побежали. Побежали скорей. Мы вернулись. А вот это нос. И ведерко на голову. Эй, теперь Санта точно заметит. О, кто-то летит! Ура! Папа приехал! Побежали! Ой, Санта-Клаус! Ура! Снеговик сработал! Здравствуйте, Пин-Пин и Ко! Здравствуйте, Санта-Клаус! Здравствуйте, Санта-Клаус! Вот вам подарки! Это тебе, Пин-Пин! Это тебе, Ко! Ого! Спасибо! Надо маму позвать! Давай, давай, давай за мамой! А это тебе микроб! Оп. О. Ух ты! Как здорово! Как здорово! Подарок! Спасибо! Мама! Мама, бежим быстрее! Быстрее! Иду! А где Санта-Клаус? Он малышей полетел поздравлять, но обещал вернуться на следующий Новый год! Смотрите, смотрите, он возвращается! О-хо-хо-хо-хо! Здравствуйте, Пин-Пин и Ко! Вот вам подарки! С Новым годом! Спасибо, папочка! Спасибо, папочка! Ой, а как вы меня узнали? Настоящий Санта-Клаус только что у нас был! Ура! Ура! С Новым годом! С Новым годом! Снеговик сработал! С Новым годом, друзья! Ура! Thank you.
банка для роста. Ого! Видишь, какая я высокая выросла? Ага. А меня можно измерить? Ну как? Ну, ниже. Я выше, потому что я тебя старше. Я никогда не вырасту, мам. Вырастешь, конечно, Пин-Пин. Все дети растут. О! Эти витамины прописал доктор Кот. Они помогут вам вырасти, стать здоровыми и сильными. А можно еще? Здесь написано, не больше одной. Так я точно не вырасту. Наберись терпения, Пин-Пин. Иди погуляй. Ну ладно. А я пойду порисую. Так, давай. 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 Давай, левее. Да нет, правее. Осторожней, говорю. Ой, а что вы тут делаете? О, привет, малявка. Мяч достаем. А это что за штука? Как что? Банка для роста, чтобы выше быть. Давай, осторожно. Ой, а это что? Не знаю. Ого, если это лежало в банке для роста, значит это что-то для роста. Ты что, хочешь вырасти? Очень. Ну это тогда бери, вырастай быстрее и приходи играть с нами в футбол. Ага, втроем-то веселее будет. Спасибо! А здорово втроем играть! Ага, это веселее. Ко, смотри, я вырос! Мама! Пин-пин запупырился! Ой, нам срочно нужен космический доктор Кот. Алло? Алло, здравствуйте. Мой сын запупырился. Он, наверное, играл с пупырчатым и сам запупырился. Доктор Кот, у нас срочный вызов. Мур-мяу. Мы летаем от планеты к планете. На космической лечебной ракете. От планеты к планете летаем. И инопланетным больным помогаем. Мур-мяу. Мур-мяу. И сколько витаминок ты съел? Не знаю. Много? Он пока не умеет считать. Запомни, Пин-Пин, витамины детям дают только взрослые и не больше. Одной? О, я научился считать до одного и выздоровел! Мур-мяу, ты растешь. Ура! Я выздоровел! И теперь считаю до одного, и поэтому вырос! Спасибо, космический доктор Кот. Мур-мяу, до свидания. Не болейте, мурлыши. Спасибо, доктор Кот! Мы летаем от планеты к планете. На космической лечебной ракете. От планеты к планете летаем. Инопланетным больным помогаем. Не играй на дороге. Прыжок, прыжок, веселей, дружок. Ого. Это. Снижаемся. Так. Снижаемся. А ну в сторону, малышня. Ой-ой-ой-ой. Дуйте домой, теперь здесь будем играть мы. Вон какой мяч мы стащили. Эй, осторожнее с космоциклом. Пупырчатый, а где нам тогда играть? А мы вон там поиграем. Стойте, на дороге играть нельзя. Совсем при совсем. А нам все можно, потому что мы крутые.
Пошли, пошли, крутые-прикрутые. А мы что делать будем? В догонялки играть. Ты водишь. Сейчас тебя догоню. На, давай и па. Хулиганам быть удобно, можно делать что угодно. Пупырчатый, там кто-то едет. Опа, не трамвай, а объедет. Точно, а вдруг не объедет, а? Ой, ой, кто-то на дороге. Эй, ты куда? Эй, с дороги, сворачиваю, ой. Ничего себе! Ему плохо! Да нет, со мной все в порядке, я успел спрыгнуть с самоката. Да я не про вас, моему любимому космоциклу плохо. Красный, звони доктору Коту. Красный, зачем? Наш космоцикл заболел, пусть он его вылечит. А, точно. Алло. Мурмяу, доктор Кот слушает. Приезжайте скорее, у нас космоцикл заболел. А разве космоцикл может заболеть? Мы играли на дороге, нас стали объезжать и врезались прямо в него. А еще кто-нибудь пострадал? Да только космоцикл. У него люлька отвалилась. Вези пласты. Приклеивать будем. Давайте, мы вас очень ждем. Хорошо, я все понял, ждите. Гав, что случилось, доктор Кот? Мурмяу, авария. К счастью, никто не пострадал. О, вызов принят! Кия, я уже тут! А где доктор Кот? Вас не нужно лечить, вас нужно воспитывать, поэтому тут и я, Кия! Ого! Каждый с детства должен знать, что на дороге опасно играть. Это правило надо всем соблюдать, иначе можно пострадать. Хорошо, что столкновение удалось вам избежать, а не то бы вам в больнице пришлось бы долго-долго полежать. Вов. Не хочу в больницу, там скучно, там шалить не разрешают. Мы больше не будем играть на дороге. Честно-причестно! Ага. Молодцы! Кав! А чей мячик? Красный. Бежим! Побежали! А ну-ка, стойте! Хулиганы! Кия! Вот это приключение! А я пойду домой и расскажу еще раз детям, что играть на дороге опасно. Переход. Чтоб лететь нам на планету, смастерили мы ракету. Раз, два, три, полетишь сегодня ты! Так, где же он? Непонятно. Кто? Мой друг, Пупырчатый, потерялся. А как ты его потерял? Мы катались на космоцикле по кочкам, а потом как подпрыгнули! Ого! Ага, я брякнулся из люльки, а он уехал! Ты не ушибся? Не-а. Я же упал на мягкое. На что? На попу. О, тебе повезло. А ты куда? Стой, красный! Чего? Ты куда, красный? Иду пупырчатого искать, а что? Я говорю, красный цвет. Ну да, поэтому меня и зовут Красный. Да нет. Красный цвет светофора. Ты про этот красный? Переходить можно только на зеленый. Ну да, я красный, значит, мне и на красный можно. Хопа. Ого, бип-бип. Бип-бип, дороги, дороги. Осторожно.
Красный, я в тебя чуть не врезался. Я в стол врезался. Ага. Ого. Надо вызвать космического доктора кота. Мурмяу, доктор кот слушает. Что случилось? Доктор кот, красный переходил на красный. И теперь у него шишка. Ой-ой-ой, вылетаю к вам. Мы летаем от планеты к планете. На космической лечебной ракете. От планеты к планете летаем. И на планетным больным помогаем. Мурмяу. Вот тебе волшебный космический пластырь. Скоро все заживет. Спасибо! Все из-за этого светофора. Зачем он вообще тут нужен? Как? Мяу, вы не знаете? Света, 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 светофор. У него короткий разговор. Если ты увидел красный цвет, помни, что сейчас прохода нет. Света, 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 светофор. У него короткий разговор. Если цвет зеленый, то иди. На зеленый цвет ты переходи. Доктор Кот, а если светофора нет? Если светофора нет, дам я вам простой совет. Белые полоски вот, пешеходный переход. Взрослых за руку бери и тогда переходи. Теперь я понял, как сложно перейти дорогу. Ага. Может, мне покраситься в зеленый? Так безопаснее будет. А я пойду домой и расскажу все эти правила Пин-Пину. Спасибо вам, доктор Кот! Спасибо вам, доктор Кот! Будьте здоровы! До свидания! Мрмяу! До свидания! До свидания! День папы. Так, поворот сюда. Привет, машинка. Я котик. Привет, привет. Аккуратно. Пин-пин, Ко. Я схожу в магазин, а вы остаетесь с папой. Хорошо, мамуль. Хорошо. И не забудьте его поздравить, ведь сегодня его праздник, День папы. Ух ты, папин праздник! Побежали поздравлять, а? Побежали. Папа, папа, с праздником тебя! С Днем папы! С Днем папы! О, спасибо, мои дорогие. Ура! Ты у нас самый лучший! Ты самый лучший! Самый-самый! Да, папочка, ты с нами играешь. И всегда заботишься о нас. Ага. Мне очень приятно, дети. Слушайте, а вы не видели мою газету? Нет. Где же она? Где-то потерялась. Папа, мы найдем ее для тебя. Точно. Детектив Пин-Пин и сыщик Ко отправляются на поиски пропавшей газеты. Искать газету. Под столом или нет? Так-так-так, тут тоже нет. Может, ты положил ее в шкаф? Слушай, а может быть, в нашей комнате? Побежали! Побежали! Ага, шкаф здесь нет. Пин-пин, а может, ты перепутал газету с печеньками и убрал в комод? Так, тут пусто. Даже печенек нету. О, я в домике. Под одеялом нету, под кроватью тоже нету. Так, а тут мы смотрели, тут смотрели. Может, тут? И тут ничего нету. Тут только я. Не получилось найти. Пап, мы не смогли найти твою газету. Прости нас, папочка. Не грустите, любимые. Давайте лучше я вас фруктами угощу. Фрукты. Ого! Па!
папа! Папа! Вот же она, газета! Ура! Пимпин, мы справились! Да, вы молодцы! Мы справились! Молодцы, справились! Смотрите, оп! Ух ты! Кораблик! А теперь давайте пойдем на улицу, найдем ручей и запустим кораблик! Ура! Побежали! Ура! Побежали, папа! С папой грустно не бывает. С папой весело всегда. Всегда, всегда. Папа много игр знает. Знает, знает. С ним не скучно никогда. Никогда с папой грустно не бывает. С папой весело всегда. Всегда. Папа много игр знает. С ним не скучно никогда. Ура! 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 А вы где? Ко? Пин-пин? А мы здесь. Кораблик! Настоящий! С днем папы! С днем папы! С днем папы! С папы! С днем! С днем папы! Мамин день! Опа! Ух ты! Даже на одной ноге могу! Привет! Вот ты где! Я тренируюсь прыгать! Вот, смотри! Потом попрыгаешь! Сегодня же день мамы! О, точно! А что подарим? Может быть, рисунок? Не знаю. Что же придумать? Ну, рисунки мы без праздников дарим! А может быть, уберемся в комнате? Мы и так убираемся каждый день. Да, надо что-то особенное, преособенное. Ух ты, мы подарим маме цветы. О, точно, точно, она их очень любит. Ой, с дороги, с дороги. Приземлили. Ой-ой-ой. А теперь надо как-нибудь пошалить. Ой-ой-ой! Да вы уже пошалили! Цветы нам помяли! Ага. А я даже не заметил, как мы пошалили! Ого! Какие мы крутые! Так-так-так! Мы эти цветы хотели маме подарить! Вот именно! А у нее что, день рождения? Нет, сегодня день мамы! Это праздник, когда поздравляют мам! Уберите космоцикл, пожалуйста! Ладно. Они нам шалить не разрешают. Давай, спать рано укладывают. И убираться в комнате заставляют эти мамы. Зачем их поздравлять? Но ведь мамы поют колыбельные. Мамы жалеют нас, если мы ушиблись. Ага, и обнимают, когда нам трудно. Что-то мне тоже маму так захотелось поздравить. Да, и мне. А хулиганам можно поздравлять мам? Конечно, это даже круто. Чё ты спрашиваешь? Полетели, поздравим. Так, опа. Ух ты. Полетели. Придется найти другой подарок для мамы. Ага. А что она любит больше, чем цветы? О, знаю! Любимая, ты самая лучшая из мам. Ты мое счастье. Спасибо, любимый. Так приятно. Мама, мамочка! Мы поздравляем тебя с днем мамы! И дарим тебе эти цветы. Мы твой подарок. Вот молодцы. Ой, это же мои самые любимые цветы. Какие красивые. Да, я эти цветы тоже очень люблю. А я цветочек. Мама, лучше.
лучшая на свете. Кто всегда на помощь кто? Придет? Кто всегда нас утешит, кто? Поймет? Кто так нежно нас кто? Обнимает? Кто шалости наши прощает? Мама, мама, самая любимая! Мама, мамочка, самая красивая, самая прекрасная! Мамулечка! Ты самая прекрасная! Мамочка! Мама, самая красивая! Пузырчатая ситуация. Давай, 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 давай. Садись. О, ага. О, красный, смотри, бассейн. Чур, я первый купаюсь. Кто нашел, тот и первый. Ой, какие вы грязные. Потому что мы занимались грязными делишками. Да, мы были на планете грязи. А сейчас будем в бассейне. Вы же его испачкаете. Не волнуйся, красный стащил шампунь на планете шампуней. Та-дам! Та-дам! Это взрослый шампунь, а вам нужен детский. Да мы крутые, будем взрослым мыться. Ага. О. Смотри! Смотри, как крутые купаются. Класс. Смотри, сколько пены. Ага, сейчас поднялся. Ой, мои глаза. Ай, вылезай, красный. Вылезай, пупырчатый. Ай, ой, глаза щиплет. Я ничего не вижу. Ой, у меня пена в глазах. Я ничего не вижу. Ой. Скорее звоните космическому доктору Коту. Ага, красный, звони. Звоню, звоню. Алло. Доктор Кот, скорее приезжайте. Доктор Кот? Я не доктор Кот. А кто ты? Я микроб. Микроб, а ты что там делаешь? Алло, я тут живу. Ты живешь у космического доктора Кота? Алло, нет. Домой мне позвонили просто. Да мы просто не видим ничего. Шампунь в глаза попал. Красный, давай я помогу. Ага. Мурмяу. Ну что там, ну как? Мурмяу, доктор Кот слушает. Что случилось? У нас глаза щиплет. Может, в них попала грязь? Да нет, там грязи. Мы их с шампунем помыли. С шампунем глаза? Ой-ой. Да, и теперь почему-то щиплет. Вылетаю к вам немедленно. Мы летаем от планеты к планете. На космической лечебной ракете. От планеты к планете летаем. И инопланетным больным помогаем. Мурмяу. Фу. Я промыл вам глаза чистой водичкой. Спасибо. Сейчас полегчает. Спасибо, больше не щиплет. Мыться любят взрослые и дети. Мыться любят все на свете. Чтобы чистенькими быть, нужно грязь себя всю смыть. Мыться должен каждый. Каждый. Это очень важно. 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 Чтобы не быть грязнулей, есть мыло и шампуни. Есть шампуни для детей, дети любят их сильней. И для взрослых существуют, с ними дети не балуют. Детские не щиплют глазки, ими мойся без опаски. Взял шампунь другой, лучше глазки ты закрой. Закрой! Спасибо, космический доктор Кот. Да, ага. Спасибо, космический доктор Кот. Ага. Мурлыши, до свидания. Ух ты, смотри, какие вы чистые. И глазки не щипят. Теперь мы можем снова полететь на планету грязи. А зачем? Пин-пин, ну чтобы снова испачкаться. Раньше мы были грязными, и второй раз испачкаться не могли. Ага. Купательный круг.
Я побежала купаться. Ко, погоди, надень круг. Вот так гораздо лучше. Все, я побежала. Погоди, видишь спасателя возле флага? Ко, какого цвета флаг? Флаг зеленого цвета. А при чем тут флаг, м? Флаг зеленый, плавай в волю. Если красный, вылезай. Если ты пришел на море, то с волною не играй. Хорошо, я все поняла. Будь аккуратна. У-ху! Папа, смотри, как я умею. Осторожней, Ко. Эй. Вот он, круг спасательный. Очень замечательный. Он удержит на воде. Можно плавать с ним везде. Можно плавать с ним везде. В море, в озере, в реке. Пап, дай, пожалуйста, попить. Держи. Смотри, ветер поднялся, и флаг стал красный. Купаться нельзя, нельзя даже в круге. Да, даже в круге нельзя. А я только расплавалась. Поиграю в песке. Отличная идея. Пам-па-дам-па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 -
Не видишь, что ли, красный флаг? А? Хе, и что? Плавать нельзя. Мне любые волны нипочем. Хи-ха! Смотри, как я умею! Ничего себе! Ой. Воды нахлебался. Ау! Гав-гав! Кия! Помощь нужна? Ау! Не-не, все в порядке. Видели, как я от волны увернулся, а? И выпрыгнул на берег. Ого! Ты не сам выпрыгнул. Я видела, как тебя плюхнуло волной. Ну что ты видела? Я чемпион. Сейчас снова плавать пойду. Так-так-так, пока флаг красный, купаться нельзя, Вав. Да вы что, красный мой любимый цвет. Я сам красный. Красный флаг означает, это волны и ветер. Это опасно. Это опасно. Если волны разыгрались и над пляжем красный флаг, знай, купаться запрещено, Вав. Ну ладно, тогда я пока тут пошалю. А давай вместе строить песчаный замок. А? Хорошая идея, давай. А потом его взломаем. Смотри, море успокоилось, флаг зеленый. Пошли плавать. Здорово с кругом. Валентинки. Трам-пам-пам, я рисую. Трам-пам-пам, валентинки всем друзьям. Ух ты! Ух ты! Какие красивые! Чур мне красную. А мне розовую. А что это? Это валентинки. А зачем их присылают? Ух ты. Чтобы сказать, что вас любят. Ко, а давай нарисуем валентинки всем друзьям. Давай, их же у нас так много. Ведь мы так любим доктора кота, Зео, ага. Собаку полицейского. Давай. Да, да. Давай, точно. Давай нарисуем валентинки для всех. Побежали. 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 Это мне. Ничего у нас не получится. Почему?
Мама увидит валентинки, и сюрприза не будет. А что же делать? Дети, скоро будем обедать, и я вас позову. Знаю, побежали во двор. Скорей! Ух ты! Да вот вообще, как бабахнем! Ух ты! Ух ты! Какая интересная штука! Ого! Да, классная! Прекрасно! Нам бы такую! Зачем? Зачем? Нам нужно тайно отправить валентинки. Пупырчатый! Это похоже на шалость! Да, интересненько! Да! Тащите их сюда! Сначала их нужно нарисовать, чтобы никто не видел. Ага. Это точно шалость! Мы в деле! Мы вас спрячем, ребятня! Давай, пупырчатый, помогай! Так. Ну что, никто не идет? У меня все тихо. А теперь у тебя кто-то идет? Нет, никого нету. Никогошеньки. Никого. Но вы там скоро? Готово! Отлично! Так. День святого Валентина! Давай, праздник! Давай. Весело вокруг! Давай, давай! Летим! Летим! Получает валентинку даже самый лучший друг! Мы с приятелем вдвоем восхитительно поем, и в любые дни недели мы шалить не устаем! Вов! Спасибо вам, друзья, что любите меня! Ха! Держите мой ответ! Сердечко и конверт, Вов! Спасибо, добрые друзья, что получил открытки я! Как здорово, что я не одинок! Я, валентинок, получил большой мешок! Мурмяу, как приятно! Я вас тоже люблю! И вам свое сердечко я тоже подарю! Ага! Так! Опа! Ваши валентинки почему-то всех обрадовали. Ну, конечно, всем приятно знать, что их любят. А вот ваши валентинки. Ого! Наши? Наши! Конечно! Да, да! Вы же наши друзья и помогли нам. Да-да. Спасибо, я понял. Это была не шалость, но мне почему-то понравилось. И мне тоже, пупырчатый, я вообще в восторге. Я в восхищении, спасибо, друзья. Я вообще, мне так понравилось. Обалдеть, мне очень понравилось. Да, здорово.